Очень качественно, опять же, стоит за счет хвоста, большей частью. Чпок. Даже так, на боку. Хвост это как подставка. Усики, глаза, нос. Очень миленький, мохнатый. Качественный. Опять же, Санару. Джанкот. Цена в Японии. От Джанара много игрушек. В принципе, других оригинальных из Японии по Тоторо и не было у нас, насколько я помню.